Товарищ старший вожатый, первый отряд в качестве спартанцев прибыл на линейку торжественную, посвященную открытию второй лагерной смены. Ваш отряд! Спарта! Спартанцы, ваш девиз! Это наша земля! Это наша земля! Веснуха наша навсегда! Веснуха наша навсегда! Как говорят, лагерь – это маленькая жизнь, своя уникальная атмосфера, в которую все время хочется возвращаться. 154 ребенка отдохнут в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» во время второй смены, открытие которой прошло на днях. Я желаю вам очень хорошей лагерной жизни, самой настоящей, которая только в «Лесной сказке» бывает. Почему сюда все хотят приехать? Потому что здесь уникальная атмосфера. Мы уже говорили, что это атмосфера семьи, атмосфера дружбы. Такие все слова немножко заезжены. Это просто атмосфера лесной сказки. Этот пионерский лагерь был открыт в далеком 1942 году. Одно время носил имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Сегодня «Лесная сказка» или «Леснуха», как лагерь любя называют уже несколько поколений его воспитанников. В последние годы здесь изменилось многое. Отремонтированы корпуса, заменены все коммуникации, построена беседка, появились пешеходные дорожки и лагерное кострище. Но традиции остались. Одна из них – общий лагерный танец. Вторая смена называется «Калейдоскоп фантазий». Она творческая и посвящена году театра. Всего этим летом в детских лагерях загородного и дневного пребывания нашего городского округа отдохнут порядка 3000 детей. Екатерина Сусенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.